В Находке вынесли приговор злостному нарушителю. Автомобилист, который уже дважды управлял машиной в нетрезвом виде, понесет наказание. Мировой суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей и лишил автомобильных прав на 1,5 года. Ранее мужчина был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Попав второй раз в поле зрения сотрудников полиции, злостный нарушитель правил дорожного движения отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Органами дознания было возбуждено уголовное дело.